авангарде. Дюпре поднимает на Узунова. Узунов дальше. Гайсин великолепно. Маслов. И бежать. Убежит, я думаю. Но здесь по Сюпликеве. Четвертая минута. Особо не стали откладывать дело в долгий ящик. Сразу же попытка. Денис Сюпликевич 5-0. Ну, собственно говоря, вряд ли это кого-то удивляет. Ну и казалось бы, да. Янюшкин дальше. Цирикидзе. Сухин! Вот это нет, да! Дорогие друзья, это не злорадство, а того, что ну это круто! Это круто! Это круто! И сейчас 13-15, и будет у нас, возможно, ничья! Антон. А в прошлом году Енисей вел 17-0. В этом году вел 15-0. Подожди. Не, вел 15-0 в первом тайме. Да, я вчера нет такого запаса шпината, чтобы бежать. Хороший забег от Ходина. Подкидка на Тайчуеву. Да, прошу прощения, это Хушнут Сангинов. Мы их путаем периодически. Да. Но это две звездочки Красного Яра. Хушнут Сангинов и Буркуталы Тайчуев. И один уже занес, а второй заносит сейчас. Там пока судьи, главный с боковым, переглядывались и спрашивали, было там вне игры или нет. Ребята из Красного Яра... Нашел своего оппонента, а это нарушение правил. Не откатывался Игрецов. Винер быстро разыграл, побежал вперед. Винера не могут остановить. Винер уходит от захвата. Дальше Сычев. Капитанище. Сычев заносит попытку. И у нас 14-10. Погоня. Погоня, как в первом матче, начинается. Захаров сейчас, может, будет консультироваться. Но, кажется, здесь чистая попытка в исполнении Металлургов. Антон Сычев возвращает свою команду в дело. И у нас встреча, которая может решиться одним штрафным ударом. Сычеву мяч. Гадлюк, опять Баженов. Баженов вовнутрь. Все правильно. Неплохо Слава начинает играть после выхода Баженова на поле. Абрамов! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Абрамов! Хороший Карен Игорь Абрамов! Самый глазастый в этом эпизоде. Игорь Абрамов как ускорился, перволинеец. Из регбийной семьи этот парень Игорь Абрамов увидел пространство. Ну, примерно как Сычев занес, так же и Абрамов отмечает своей попыткой. И сейчас... А вот и штрафный. Ну куда, куда, зачем разыгрывать Даури? Что сегодня происходит? Команды придумывают сами себе проблемы. Ударь ты по воротам и все. Ну, может, Металлург занесет. Сейчас Винер. И Винер заносит. Вот это игра. И Захаров сейчас фиксирует попытку. Что творят команды сегодня? Очень весело. Кортни Винер заносит попытку. Никто не бьет по воротам. Все играют до последнего. Шампань регби в Новокузнецке. Еще и еще через нападающих пытаются здесь вскрыть оборону ВВА Подмосковья. Экстрин в короткую сторону вместе с Погодаевым сейчас забегают. И Семенов там же. Но вот сейчас только передача в касание. Передача в касание у Данила Семенова на Лейтона Экстина в итоге приводит к тому, что первые очки в сегодняшней встрече зарабатывает московская «Динамо», и автор попытки становится номер 10, Лейтон Экстин. Отлично. Власловцев на Кулешова. Кулешов шире Тришин. Меняет сторону атаки Сергей. 3 в 2 здесь. Успевает сделать передачу. Кимаев на Хабишвили. Александр убирает одного. Обратно на Кимаева. Дотянется или нет? Дотягивается, по всей видимости. Максим Кимаев. 7-й номер становится автором попытки. И как здесь разыграли летчики, начиная с Тришина, заканчивая Максимом Кимаевым. Ну и, конечно же, Александр Хабишвили. Великолепный опыт.